границы 67-го года ведут разговор все. Ведут разговор Россия, Турция, Америка намекает на это. Об этом говорят в Европейском Союзе. Китай сегодня, позавчера заявил точнее, что нужно государство Палестина со столицей в Иерусалиме. А я скажу вам так. Где границы 67-го года обсуждают, там обсудят и резолюцию от сентября 47-го года ООН. А где обсуждают ее, там обсудят и декларацию Бальфура, которая дала возможность возникнуть всей этой кровавой каше и всей этой кровавой катастрофе с туманной формулировкой «национальный очаг еврейского народа в Палестине». Поэтому я думаю, что процесс будет...